один небольшой курорт в горах Румынии. Мы все знаем про Брашов, но под Меркурий-Чук тоже есть Балу-резорт. Вообще-то, по большому счету, тут такой немножко бальнеологический курорт. Но так как все находится в горах, то они сделали маленькие такие спуски. То есть в общей сложности здесь трасс не слишком много, но где-то 7 километров есть. Сейчас, конечно, это смешно, потому что вот она вот такая вот погода. Вот. Хотя обычно в это время здесь довольно прохладно и много снега. Но, в общем-то, по большому счету, вот за те километры, что мы проехали, снег лежит именно тут. Вот. Но люди катаются, виндфьерд есть, лыжи в прокат идут, музыка звучит. Так что, по большому счету, если выехать так ненадолго и прокатиться так часочек-другой-третий, то здесь вполне подойдет. Ну, вот здесь есть и снежные пушки. Ну, понятно, что сейчас, когда плюс, она не очень-то и работает. Вот. Но, в принципе, учитывая то, что здесь есть какой-то определенный снежок, сноумобили, они тоже используются на данный момент. Вот. Но что здесь прикольно, это, кстати, практически во всех румынских Карпатах. То есть, действительно, такое большое развлечение. То есть, вот этот вот фан-парк. То есть, когда ты можешь и прокатиться на тросе, и забираться по веревочным лестницам. То есть, они здесь действительно такие большие, среди сосен совершенно другие ощущения. Ну, вот я поднялась куда-то. Не могу сказать, что я, конечно, на самой вершине, но довольно высоко. И отсюда такой чудесный вид. Понятно, что много лесов, кругом горы. Периодически встречаются какие-то небольшие такие равнинные плато. И, конечно, замечательная тишина. Периодически она прорезается таким криком орлов, потому что здесь очень много орлов, соколов. Это действительно такая природная резервация. Вообще очень интересно наблюдать за тем, что вот прямо в центре Румынии находится такой хороший конгломерат венгерских поселений. Вот это местечко Харгити Бей, то есть это, в общем-то, термы, бани, скажем так, Харгиты. Это конкретно Балу Резорт или Балу. Здесь живет 99% венгров. И вот тут, конечно, в Ричараде написано «Листа де Прецарь». Вот, но вот Арлиста – это цены. Ресторан, например, Эбедло. И когда мы слышим здесь румынскую речь, это в основном приезжие. То есть, но есть места, где венгры действительно почти не говорят по-румынски. И когда ты слышишь, допустим, что-то очень быстрое сказанное на румынском, понятно, что это специально заученная фраза, типа «увидимся», «добро пожаловать», «очень приятно познакомиться», «приятного аппетита». Вот. А остальные слова обычно подбираются достаточно медленно и не всегда уверенно. И вот, конечно, удивительно, но язык жестов здесь встречается очень-очень часто. Вот. А сейчас, конечно, такая небольшая непогода для лыж, но, тем не менее, сами спуски снежные, и, в общем-то, можно там и покататься. Здесь 5 спусков. Есть то, что называется черная горка, красная горка. Вот, кстати, дамы взяли то, что называется лангаш. То есть это местная венгерская еда. И вот тут, пожалуйста, винфьерд. Горячее вино. Вкусное, с апельсинками. Вот, а лангаш – это такая печеная лепешка, немножко похожа по составу тесто на чебурек, но она чуть более сладкая, и есть ее здесь можно либо, допустим, с брынзой и сметанкой, вот, либо сладенькую с джемом или посыпанную сахарной пудрой. Ну, вот тут, я смотрю, приезжает сюда и со своим оборудованием, со скейтбордами, потому что то, что здесь
сдается на прокат, но это весьма простенькие лыжи, палки, то есть здесь недостаточное, конечно, количество шлемов и чуть больше рассчитано, возможно, на детей. Но здесь все равно очень прикольно, то есть горы, хвойный лес, такой пьяняющий аромат свежего воздуха, удовольствие большое. А вот тут вот обустроена Мафета, вот это здание, купол. А Мафета расположена именно внутри. То есть, как я уже говорила, это газ, который поднимается из земли. И ты должен сидеть, дышать. Обязательно в Мафетах обозначена точка, ниже которой ты не должен опускать голову или садиться. Потому что сульфургаз полезный, но если его вдохнуть, то можно потерять сознание. Если рядом никого нет, то, конечно, это все очень плохо может закончиться. А вот это вот... видимо, старые еще сохранившиеся, но явно использующиеся летние такие постройки. Наверное, его можно снять, такой домик, для того, чтобы заняться бальнеологией, походить, погулять. Потому что вот тут такие занавесочки внутри. Все вырезано из дерева. Сохраняется хорошо. Вон там вот кто-то даже оставил на импровизированном столике какие-то консервы. Вот, но где-то здесь находится еще один источник Харгитебей. Поэтому, видимо, и пытались здесь построить домики, чтобы людям было доступно это удовольствие. А вот тут что-то с трубой, видимо, это мангал. Понятно, что в таких домиках сильно не поготовишь. И да, вот он предназначен специально для того, чтобы можно было что-то готовить. А снег здесь, кстати, очень глубокий. Потому что вон я ушла вот так вот. С дымоходом. Такой прям камин-камин. Вот. И вот что интересно, в таком месте, близком к природе, лесном-лесном, с различными источниками, вот такая современная церковь, католический собор. Любопытно, что это собор Штефана Челмари. Хотя, в общем-то, церкви, которые строил Штефан Челмари, как-никак нельзя назвать католическими, они все православными, православные, но вот тут вот такое чудо удивительное. В этой части Трансильвании есть удивительные традиции. В домах делают перед входом во двор вот такие ворота. И по традиции очень часто, когда выделяется земля, можно увидеть просто поле, кусок какой-то земли, и посреди всего этого, ближе чуть к дороге, просто стоят ворота. Ворота у венгров в этой части являются началом дома. Вот это вот молодые такие ворота, то есть их сделали в 2013 году, но соблюдены все, в общем-то, традиционные рисунки. Это очень большая работа. Вот. А вот этот веночек означает, что здесь, скорее всего, какая-то свадьба была. А может быть, что-то другое. Вот, но очень много, конечно, всего оберегов различных. Тут висят еще какие-то веточки репейника. Ну вот смотрите, птичка, солнышко, растения различные. То есть тут, в общем-то, венгры разрываются между лилиями и тюльпанчиками. Вот если посмотреть поближе, вот тут вот, в общем-то, это похоже на лилию. А вот тут вот чуть выше тюльпанчик. Написано, естественно, по-венгерски. Часто пишут авторы свои имена. А семьи любят, чтобы было написано, кто заказал. Вот так вот это все до низу.
Внизу тоже очень красивое изображение. Ну, сложно, конечно, это все вырезать. И вот такой чудный козыречек. Эти ворота бывают самые-самые разные. Завтрак в горах Меркуричук проходит вот в таких совершенно замечательных кабанах, тавернах. Все начиналось с чего-то маленького. А потом семья расширилась и решили сделать большой такой, в общем-то, уже ресторанчик. Это стало одним из самых известных и знаменитых. Вот так здесь все украшается. Все натуральное. Кукуруза. Вот тут вот, кстати, картошка. Не удержалась, потрогала. Думала, может, какой-то муляж, но нет, на самом деле самая натуральная картошка, печеная. Вот, хорошо видно, да? И внутри ресторанчика, конечно, очень даже классно. Мы в одном из старых таких бальнеологических городков, курортов, Бейли-Тушнет называется. Вот тут такой прям чудесный старый дом, жалко, что его не восстанавливают. Вот. Городок находится в горах, и здесь тоже очень много полезной воды. И, в принципе, здесь много пансионов, гостиничек различных. Он очень обустроен, то есть, по большому счету, здесь лес. То есть, и обустройство, по большому счету, заключалось в том, чтобы просто чуть-чуть что-то расчистить. Почти никаких посадок. Что-то, конечно, жители сажают, но немножко, и в основном это какие-то фруктовые деревья. Вот. Но здесь, как и везде в этой зоне, все реально очень хорошо обустроено. Есть места, где можно посидеть, куча скамеечек. Вот. Но я хочу показать жемчужину этого места. Здесь поразительная, очень старая церковь. Ну, кстати, здесь проходили военные действия, поэтому довольно часто можно встретить различные памятники. Вот мы сейчас находимся от этой церкви сзади. Вот видите, она расписана. Небольшая церквушка, то есть много дерева, много камня. Она очень старая. Вот находится в окружении вот таких вот домиков. Ну, видите, да, то есть как бы много венгерских цветов. Красный, белый, зеленый. То есть это, опять же, венгерская часть. Мои любимые дрова, потому что здесь топится дровами. Вот, при входе в церковь вот такая потрясающая колокольня. А еще пару лет назад она была такая немножечко запущенная, то есть хотя рисунки хорошо виднелись, но тем не менее вот они, видимо, год назад сделали хорошую реставрацию и восстановили все настенные иконы. А здесь католики в основном живут, то есть, и поэтому эта церковь, она православная, она вообще, ну, удивительная вещь здесь, тем более такая красивая. Вот так вот она отсюда смотрится. Тут тоже церковь расписана сама снаружи. И вот прямо напротив нее находится уже католический храм. Было очень интересно, когда лет 10 назад совпали две Пасхи, католическая и православная. И надо было видеть крестный ход, когда небольшое количество православных христиан, которые живут в окрестностях, шли в православную церковь. И тоже очень-очень большое количество людей, которые живут вот тут вот, католиков, шли в католическую.
и все равно друг друга поздравляли, никаких не было недоразумений религиозного характера, улыбались друг с другом, какими-то подарками делились. Вот. А вот и очередные ворота. Эти ворота, конечно, уже чуть постарше. Неудачно, конечно, куча машин сейчас. Вот. Ворота просто как символ венгерских традиций. Вот они очень часто просто сами по себе стоят. Вот. Церковь сейчас закрыта. Вчера тут была служба. Поэтому внутрь мы не попадем, но все внутри тоже очень красиво. Ну и, конечно, горы. Место, где все это находится, очень красивое.